8 июля 1920 года состоялись переговоры между Нестором Махно и посланцем генерала Врангеля капитаном Михайловым. Белые предлагали союз против Красной армии. Основания для такого союза были. В отличие от своего предшественника генерала Деникина, который расстрелами и виселицами восстанавливал на Украине помещичье землевладение и российскую монархию, Врангель пытался быть либеральнее в земельном вопросе и во внутренней политике. Он даже освободил из тюрем 500 махновцев и сформировал из них отряды для борьбы с большевиками. Батьке Махно, у которого в этот момент было 2000 сабель, 8000 штыков, 300 пулеметов и 12 орудий, предлагалось присоединиться в обмен на обещание сохранения автономии Гуляйпольского вольного района. Но в штабе Махно белым уже не верили. Под влиянием анархистской организации НАБАТ там разрабатывали план прорыва в белогвардейский Крым нескольких полков кавалерии и тысячи тачанок с пехотой для создания на полуострове бесклассового анархистского общества. Действовать предполагалось совместно с крымскими партизанскими отрядами НАБАТа, анархистов-коммунистов и анархистов-синдикалистов. Союз с Врангелем не состоялся, а его посланца махновцы расстреляли. Однако не состоялся и социальный эксперимент на полуострове. Красные, опасаясь роста промахновских настроений в Крыму, не дали батьке туда прорваться. И тогда махновцы начали громить не белые, а красные тылы, пока вновь не стали союзниками красных в борьбе против Врангеля осенью 1920 года.